капитан команды «Вантельком» Сергей Козлов. Сегодня игра была, ну, сложилась вначале не совсем удачно, как в прошлую игру пропустили первый гол. Пришлось отыгрываться в очередной раз. Но хорошо, что потом, в принципе, наладили игру. И, ну, когда состав уже сменился, и откритали один гол, второй, и уже потом инициативу взяли в свои руки. Игра получилась, выиграли 4-1, по-моему. А как вы думаете, за счет чего удалось победить соперника? Ну, и как и прошлую игру, наверное, больше сыгранность, больше движения за это. А как пока оцениваете выступление на турнире? Идете на первом месте? Пока победа, пока хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Как вы думаете, что нужно еще отрабатывать на тренировках, чтобы победить в итоге в чемпионате? Сегодня не хватало точности, наверное, ударов, в том числе мне, наверное. Пару моментов прям было 100%, но не получилось. Ну, я думаю, еще и погодные условия, сегодня немножко дождик, поэтому с техникой, конечно, есть небольшие погрешности.